Начал выпуск с важной новости. Главе Дагестана представили нового заместителя руководителя Кавказского управления Ростехнадзора Артура Мутинова. Это произошло в рамках рабочей встречи Владимира Васильева с главой ведомства. Назначенный заместитель будет находиться непосредственно в регионе и курировать работу нескольких отделов управления энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями, государственного строительного надзора и надзора за грузоподъемными механизмами, общепромышленного и горного надзора, а также правового обеспечения и лицензионной деятельности. Добавлю, за плечами Артура Мутинова почти 30 лет работы в Управлении Федеральной службы безопасности России по Дагестану. В этот период он курировал разные актуальные вопросы и неоднократно был отмечен высокими наградами. Пожелав назначенцу успеха в работе, Владимир Васильев подчеркнул, в ведении Ростехнадзора находится широкий спектр важных вопросов. Нам нужно активно, системно, самое главное, работать с тем, чтобы обезопасить наших жителей Дагестана и обеспечить им нормативные, вот те самые направления деятельности, которые обеспечивают и, по сути, исполнять права наших граждан в полном объеме и в соответствии с установленными техническими нормативами. Сегодня же состоялось официальное представление Артура Мутинова коллективу ведомства.